Яндекс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио Болткома после 9 утра. Личное утро. Еще раз доброе утро говорим всем нашим слушателям. Евгений Шафраник, Олег Пека. Это программа «Утро на Болткоме». Обычно Евгений все... Копейн звук. Евгений Копейн, да, не забудем. Чуть не забыли. И вот у нас очень необычная программа «Личное утро», потому что всегда как-то традиционно «Личное утро», ну, считается вот один персонаж, одна персона, о которой вот мы рассказываем, ее жизнь, ее достижения, путь в искусстве, в творчестве. Сегодня вот мы просто не могли разъединить этот тандем, поскольку всегда они у нас вот вместе, как одно целое. Андрей Гаркави, Татьяна Черковская, замечательные, прекрасные актеры, преподаватели, основатели студии «Стадия» театральной. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. У вас театр называется «Театр перформативных искусств». Это вот что значит? Ой, вы знаете, на самом деле, это не мы так себя обозвали, это нас ФБ так обозвали. Да, это он так считал. Это Фейсбук придумал. То есть это такой креатив оттуда. Хорошо, у вас сейчас каникулы, они его дудлятся до конца августа, я так понимаю, потом наступает сезон. Что нам ждать в сезоне? Чем открываться будете? Ой, вот сейчас уйдем от вас, покрасим две стенки, потом еще две стенки, потом, да, еще две стенки. Вот и перформанс готов. Я предлагаю вам зрителей это собрать. Каникулы у нас такое завуалированное немножко, да, каникулы. Поскольку мы вот стараемся все делать максимально самостоятельно, ну и жизнь, она не предлагает нам пока других возможностей, то каникулы относительно такое понятие для нас. Вот. Но тем не менее, да, мы сейчас не репетируем, мы готовимся к репетициям, а откроемся мы, скорее всего, премьерой спектакля по пьесе «Жоля Помра. Круги», сдача которого произошла в конце июля. И мы с удовольствием всех ждем, приглашаем. Скорее всего, это будет 28-го, в последних числах сентября. Мы ждем всех, приглашаем вас и всех-всех-всех. Что такое быть руководителями небольшого такого камерного театра, самостоятельно? Когда директор красит стены. Когда директор красит стены, это же постановка. Что такое? Это все под контролем. И стены, никогда бы, скажу вам откровенно, никогда бы не стала этим заниматься, если бы у жизни, наверное, не было какой-то задумки по поводу каждого из нас, своей какой-то там персональной, я про судьбу говорю, вот. И она как-то так выпихивает тебя в совершенно неожиданные форматы. И именно в тот момент, когда ты, вот, наверное, может быть, перестаешь заниматься чем-то, чем должен был. Ну, мне так как-то втайне, вот внутри себя, мне кажется, что так. Одна дверь закрылась, другая открылась. Ну да, да. И ты уже по неволе, ты просто идешь туда, потому что ты понимаешь, что другого пути у тебя уже нет. Сколько сейчас уже существует «Стадия»? Да не так и много, с 2015. Ничего себе, не добавить. 4 года уже. За 4 года, какое, наверное, такое послевкусие этих 4 лет? Удались они? Нет, где-то ошиблись, или все сделали правильно? Какой-то итог вы подводите? Ну, это же не цель все-таки, это путь, а путь он предполагает. И ошибки, и какие-то там, может быть, неудачи, и откровения тоже, и счастье, минуты счастья, так что было все. Но нам пока рано подводить. Я не подвожу. Путь интересный, да. К чему придем еще? А как вообще этот путь начинался? Вот слово «судьба» уже прозвучало, ведь вот в какой момент вы нашли друг друга? Вот как, может быть, для наших слушателей, это же тоже интересно. Момент знакомства, как две творческие единицы все-таки. Это всегда... Да, Стань. Да, как сказал однажды нам один, прости меня, господи, ведический астролог, я не увлекаюсь этим, но просто там была такая ситуация, хотелось посоветоваться, он сказал нам, когда перешел про нас, начал нам про нас рассказывать, он говорит, вы же как те два танкиста, вы, говорит, как в амбразуре, вы видели цель, то есть, видимо, там тоже что-то, и вы, говорит, шли навстречу друг другу, вот прямо через годы и расстояние. Мы познакомились в театральном институте, я приехала из Риги учиться в Ярославский театральный институт, Андрей из совершенно другого города, и вообще... Вы уже давно там учился? Давно учился, да, и как-то вот так. В театральном институте произошло знакомство? Я была на первом, Андрей на третьем. О.
Третьекурсник, это ж, в принципе... Вообще, престижно. У вас сейчас есть еще, помимо того, что вы ставите спектакли, у вас есть еще театральная студия, куда может прийти каждый. Для чего вы вообще ее начали? Кто туда приходит? Что за люди? С чем уходят? Остаются, не остаются? То есть, ну, понятно, что человек идет в театральную студию для себя. Насколько хватает запала обычно? Можно ли сразу сказать, театр не твое? Может быть, кто-то остается и с вами потом участвует? Ну, вы знаете, люди очень разные приходят, но в основном сейчас у нас взрослые люди. А взрослые – это значит, что-то в жизни уже случилось, да? Они где-то себя нашли, может быть, поняли, что где-то себя потеряли или еще что-нибудь. Мы однажды говорили, вот у нас такой лозунг был, ну, когда жмут офисные туфли. То есть человек работал, понимает, что чего-то еще не хватает. Нереализованные, может быть, какие-то возможности в юности. Там, мам с папой не посоветовали пойти туда, а пойти сюда. Хотел стать актером, ему сказали, давай-ка ты что-нибудь нормальное сначала закончишь, да? Так и поэтому возраст у нас такой, не знаю, от 20-18, ну, если старше говорить, от 20 до 55. Что делают в этой театральной? Вы ставите какие-то любительские постановки? Или это просто мастерство? Все, что мы выносим потом на площадку, мы не говорим на сцену, да, у нас такое пространство открытое. Все, что мы выносим на площадку и показываем зрителю, это делают те люди, которые у нас занимаются. То есть, ну, схема-то простая. Они проходят определенный курс, такой период обучения, как правило, он длится 2-2,5-3 года. И когда мы понимаем, что ага, могут, уже могут, можно показывать, мы показываем это зрителю. Никто не верит, что они не профессиональные актеры. Ну, вот я, кстати, насчет этого и хотел сказать, что есть ведь мнение, что нет плохих актеров, а вот есть просто режиссеры, которые могут выжить что-то или нет. Потому что как нельзя, например, ребенка обучить, то есть из него просто режиссер выжимает эту эмоцию, как там, по-моему, на съемках Чаплина «Малыш». Чаплин просто подходил к ребенку и говорил: а сейчас представь себе, что тебя разлучили с мамой, ты больше никогда ее не увидишь, чтобы начинать пугать. А теперь рыдай! И ребенок: и все, мотор, пошли. Ну, это применимо, Олег. Это применимо к кино, хорошо, да. Конечно, в театре там все по-другому. Там можно смонтировать. Ты можешь каждый вечер ребенка подвергать такому стрессу. А потом ответишь за это, когда он подрастет. Ну, и я добавлю к тому, что Андрей сказал. Мы все-таки не очень удобный в этом смысле проект. Мы не обещаем людям Оскара. Мы не обещаем, просто мы не можем этого сделать, потому что мы знаем, что мы этого не сможем допустить. Ну, вот и... Но, как ни странно, люди нам верят. Ну, их как раз это интересует, понимаете? Мы говорим, да, никаких, ну, таких развлечений быстрых, быстрого удовольствия такого, надеть костюм и выйти на сцену, и получить аплодисменты, и это быстрое такое удовольствие, этого не получится, потому что мы предлагаем вам познакомиться с этой профессией. А поскольку мы к ней до сих пор пытаемся относиться достаточно серьезно, то люди начинают понимать, что она, в общем, не такая простая штука. И, к слову говоря, кто-то уходит. Да, мы никому не говорим, ты можешь, ты не можешь. Хочешь, давайте работать, давайте идти дальше. И да, люди уходят, но это было очень мало. Проуходят. Мы вот в феврале этого года такой запустили у себя, как нам казалось, очень легкий шаг. Мы даже его так назвали «Шаг первый. Игра в себя». Мы пригласили людей, сделали набор. А раз в неделю, не напрягаясь, как нам казалось, без напряжения, просто чтобы люди приходили, вот как Андрей говорит, когда жмут офисные туфли, чтобы люди приходили, выпускали пар, чтобы они развивались. Чисто вот актерское мастерство в таком утилитарном его понимании. То есть для того, чтобы приобрести какие-то навыки, чтобы легче общаться, чтобы снять какие-то зажимы психофизические и так далее. Мы были уверены, что этого будет достаточно. И что через 3 месяца мы попрощаемся с людьми и скажем, что все получилось, и так или иначе, они не уходят. Приходится в студию, уже сидят. Честно говоря, для нас это, конечно, то, что нам люди оказывают такое доверие, для нас это, ну, вот,
такой, ну, какой-то очень важный момент. Люди хотят идти дальше, они хотят делать шаг второй, шаг третий и так далее. И в какой-то момент те люди, которые с нами уже там не один, не два года, они понимают, и что это для нас тоже очень ценно, что на самом деле выход на сцену потом не так интересен по сравнению с тем, что люди испытывают во время репетиционного процесса, потому что там происходит настоящий момент, вот этот акт чистого творчества, когда ты придумываешь, когда ты создаешь, а, ну, потом ты выходишь реализовывать, но на самом деле это, у нас, кстати, это не так важно. Так сегодня прямо обозначилась цель и путь, да? Да, мы как да, бы положили начало. Ну вот, пожалуйста, это еще одно подтверждение того, что путь, он важнее, интереснее, да? Ну, он просто интереснее. Сколько обычному человеку, скажем, не сильно закомплексованному, нужно времени для того, чтобы просто выйти на сцену и комфортно на ней себя чувствовать? Жень, вот смотрите. Тут... У меня еще не получилось. Понятно. То есть, нет, ну тут штука такая. Вот, то есть мы как-то стараемся сразу определиться, чтобы людям было понятно, чего, чем мы занимаемся, чего они хотят. И если этот пазл как бы складывается, их желание и наше предложение, то, ну, через 2.5-2.3 года этот человек может выйти на площадку в нашем формате. И он будет достаточно, ну, на наш взгляд, прилично в плане профессии работать. А сколько вообще человек должно быть, ну, чтобы было комфортно в группе? Ну, потому что, наверное, если много людей, ведь это сложнее. Ну, да. Ну, это же продиктовано и объемом, размерами помещения. Угу. Ну, у нас человек 15. Не больше, наверное. Ну, когда да, побольше уже приходит. Больше, да, приходит больше, но комфортно 15-17 человек. Ну, как театральный курс в театральном институте. Хотя сейчас набирают тоже. А что сложнее? Что сложнее, вот, например, добиться каких-то искренних эмоций или заучить текст? Ну, то есть, вот, и что важнее на сцене, текст или эмоции? Потому что, ну, может ли человек чуть-чуть спутать текст или как бы нести, как говорил Евсеньев, там, почему вы несете от себя тяну какой там, что за сигареты, друг? Ну, Олег, ну тут мысли, если ты просто выучил текст и его как барабанишь, как попугай, да, ну хорошо, барабанишь. И если у тебя какое-то звено там выскочило, а мыслей нет, то он развалится весь этот. Ну, конечно, от того и долгий этот процесс, потому что то, что стоит за тем, что актер как бы делает на сцене, история самого этого персонажа, как он в нем живет, что он с ним делает, какие мысли там происходят, это огромный пласт. А на поверхности, ну вот, мизансцены, текст, а ты, как зритель, ты начинаешь как бы, ну, чувствовать этого человека, да? Он чем-то взволнован, с ним что-то происходит, ты чего-то не понимаешь, но тебя все равно манит туда, и как бы ты идешь за ним, что же с ним. Да? Мне кажется, я добавлю, что все-таки самое сложное, помимо того, о чем вы сказали, мне кажется, что самое сложное – это вопрос личностного высказывания через этот предлагаемый материал. Так, то есть самое сложное – оставаться в предлагаемых обстоятельствах, оставаться собой, когда ты можешь донести свои личные, свое понимание мира и жизни через этот чужой, несвойственный тебе текст, и через этого какого-то человека, которого нет на самом деле вообще. То есть получается, вот, чтобы выйти, сказать, кушать подано, собственно, нужно придумать биографию человека, вот почему он оказался... Нужно кушать, приготовить. Потом стать этим человеком, попытаться, во всяком случае, стать этим, ну, начать чувствовать, как он, думать, как он. Это же по Станиславскому, это безусловное правило, присвоение материала. Я в предлагаемых обстоятельствах. Это со мной происходит. Это меня должно плющить и колбасить. А нет потом, может быть, и есть вот этого выхода из этого состояния, есть. Потому что актеры, которые вживаются в роль, они потом довольно долго реабилитируются, нужно вернуться к себе настоящему, и тут такой есть момент. Можно же какие-то качества оставить, ты уже с ними смирился. Ну вот это же все, да, вот очень интересная тема, Жень, на самом деле, но это же все есть внутри вот нас. Вот мы этим и занимаемся. И мы убеждена в том, конечно, что у нас просто там такие глубины, вот почему это мы называем игрой в себя? Это такие глубины в каждом из нас, что мы их только можем оттуда какие-то песчинки доставать, а достать как можно больше себя настоящего, но разного. Плачут? Не плачут, смеются.
Конечно. Такая психологическая встряска. Ну, да, да. Ну, знаете, порой жизнь бывает, знаете, такой простой, понятный. Утром туда, вечером сюда, потом опять, опять туда. Это когда тебе 3 года, тебя отвели в сад, привели в сад. Да. Отвели в сад, привели. Так и дальше, в принципе, продолжается. А тут, на площадке, ты можешь попасть в совершенно неведомые для себя ситуации. Юнг, если я не ошибаюсь, говорил, что театр – это эстетизированная практическая психология. Ой. Это... Самые знаменитые ученики ваши, вот где сейчас? Потому что я знаю, что вы готовили же многих актеров к поступлению. А, которые уже... Да, которые уже... Нет, вот... на самом деле мы никого не готовили к поступлению никогда. Нет? Просто все люди, про которых идет речь, это люди из нашей студии. Готовились, боже упаси, сейчас сказать, что я кого-то на этот путь направила, нет. Нет, мы наоборот сразу говорили, значит, если хотите, но, во-первых, это не сахар. Эта профессия, ничего в ней прекрасного нет, как кажется, на первый взгляд. А дальше они уже сами определялись, поступать или не поступать. А ты, Олег, имеешь в виду тех, кто уже сейчас работает? Ну, Янус Экста, например. Ну, там, да, Янус, там, Алена Лаптева. Вот. Григорий Скряпкин. Актер малого театра. Илья Окс. Виталик Степанов. Ну, поддерживаете с ними контакты? Конечно. Да, мы дружим. Ой, да не только со всеми, кто у нас был, там все время, как вот лето, начинают приезжать люди, которые где-то живут уже, там, не знаю, там, кто в Дании, кто в Ирландии, кто в Англии. И вот съезжаются уже с детьми. Не, мы не прощаемся, но так получается. Мы хорошие знакомые, добрые приятели. Иногда недобрые, разные, но мы продолжаем общаться. Вот вы сказали, что актерская профессия – это не сахар, и ничего хорошего в ней вроде и нет. К чему нужно быть готовым? Человеку, который думает, а не пойти ли мне в театральный, не посвятить ли мою жизнь театру? Вот к чему он должен быть готов морально? Ну, во-первых, очень жесткой дисциплине внутренней и внешней, потому что про это мало кто знает, так со стороны так не кажется. Кажется, что это какая-то такая... Творческая, да, даже иногда богемное существование. Это очень жесткая дисциплина, это почти армия. Человек к этому не готовый, ему будет очень тяжело. Слушайте, ломает сначала дисциплина именно? Я не мальчик, не сахар тоже, как и профессия, да. Я никогда не был ни отличником, ни там хорошим пай-мальчиком. Но мне однажды просто в институте такая мысль простая пришла в голову. Если я опоздаю, меня будут ждать все, кто пришел вовремя. Ну и все, и я больше не опаздываю. Вот у Садальского, по-моему, была мысль, что единственная причина, по которой актер не может прийти на спектакль, это его смерть. Да, это не только Садальский, говорят. Да. Это как так, внутреннее правило. Да. А потом, видите, это помимо вот этой дисциплины такой как бы внешней, да, ну действительно нужно всегда быть вовремя, всегда быть в форме, нужно забыть про свое настроение, нужно подчиняться, потому что все-таки есть, ну... Режиссер? Ты же все-таки ведомый человек. Это первый момент, а второй момент – это коллективное творчество и все ужасы коллективного творчества, они как бы налицо. Если, опять же, человек не может смириться с этим, он тоже не справится. Амбиции, вот почему отдали роль Ну, это там тоже кому-то, отдельная да? история. Конечно. А как, например, когда вы ставите спектакль, вот, ну как разбираться в этих сложных ситуациях, когда кто-то обижен, кто-то говорит, ой, нет, почему? Ну вот, она, да? Да. Вот так вот. Ну, надо, чем мы, собственно, извиняемся, надо пытаться, конечно, постараться как-то научиться посмотреть на все, что мы вместе с вами делаем, и то... От чего мы с вами все вместе, да, собрались, не только через «а что я отсюда получу?», да, тогда не получится, а вот именно мы все вместе. Ну да, я понимаю, что Олег должен сидеть вот там. Не, мы можем поменяться. А меня посадили. Нет, вот на сегодняшний момент, понимать все эти обстоятельства, да, поэтому он сидит там, а я сейчас сижу здесь. И дальше, и дальше, и дальше. Вот, ну, как бы не только мне, а, ну, к сожалению, да, ну, к
сложности к большой, но это коллективное творчество. Ну или уходить тогда в самостоятельный отрыв, в индивидуальное плавание. Или как Олег, Олег Даль, который заходил в кафе или в ресторан этого Дома творчества, говорю, есть только один человек, который может сыграть в «Утиной охоте», то есть громко на весь зал. Ну, Олег, скорее всего, это сублимация какая-то была. Да. Он же был очень, очень тонким, неуверенным в себе человеком. И от этой, может быть, вот как бы внутренней постоянной вот тревоги человек, ну, тогда старается как-то усилием воли сразу из этого выйти состояния. Слушайте, актерское мастерство на самом деле это очень-очень сильная, сложная работа над собой. В первую очередь. Над собой. Ты себя распаковываешь, раскладываешь, ты снимаешь с себя привычную маску, там, привычный метод твоего поведения, ты становишься совершенно другим. Ты узнаешь про себя какие-то еще другие, совершенно неведомые тебе грани. А от этого ты становишься как белый лист. Поменьше эмоций в жизни и побольше их на сцене. Это тоже наш профессиональный лозунг. У нас сейчас будет перерыв на новости и рекламу, потом мы вернемся и продолжим. У нас сегодня замечательный гость, оставайтесь с нами. Микс Ньюс. Необычное сегодня личное утро, потому что у нас сегодня два гостя, Андрей Каркави и Татьяна Черковская. Телефоны в студии 67212-93-9, 67213-93-9. Может быть, у вас есть вопросы, вы хотите, может быть, записаться на курсы... театрального мастерства. Да. Да, и актерского мастерства. Вообще, границы театра. Да. Границы театра существуют или нет? Потому что ну, к нам периодически приходят безумные вообще московские режиссеры. Там я уже слышал о том, что не нужно помещение театра. Садятся в электричку люди, выезжают, их выбрасывают в чистом поле. И вот актеры их развлекают по ходу того, как они идут куда-то с рюкзаками. Иммерсивный театр называется. Иммерсивный, да. Очень интересно, нам тоже охота попробовать. Можно сказать, да? Создание театра вне театра, это очень интересная такая история. Вот, и можно сказать, что мы, правда, никого еще на улицу не выбрасывали, но... Но мы находимся в таком помещении, в котором... Он предполагает какое-то воображение вне устройства классического театра. Скажем так, например, вот в спектакле, про который мы говорили, который мы выпустили эскизы к спектаклю в июле и в «Жюль по мрак круги», и в сентябре пригласим, надеемся, всех на премьеру, у нас действие происходит практически среди зрителей. То есть актеры сидят в кругу, 13 человек сидит в кругу, и вокруг этого круга сидят полукружности и зрителей. То есть мы хотели добиться эффекта... Четвертой стены. Полнейшего отсутствия и вообще присутствия всех людей в этом процессе, потому что пьеса располагает к этому. Нам хочется дать людям понять, что они участники всего этого безобразия под названием «Жизнь». Ну, во-первых, нам помещение диктует, да, какие-то свои правила, а второе, вот существование актеров на сцене, если я, Олег, смотрю на вас, то я понимаю, что я нахожусь спиной к людям, которые сзади сидят. И вот поди вертись, поди как бы выполняй эти традиционные какие-то мизансцены. На тебя и сзади смотрят. То есть нельзя отвернуться от зрителя и там откашляться как-то. Тебя видят со всех сторон. То есть ты как на ладони. Это тоже достаточно такое серьезное испытание для человека, осваивающего актерскую профессию. Самый большой комплимент для нас. Мы как бы не очень склонны там сильно на это реагировать, но тем не менее звучит тогда, когда нам, и такое часто бывает, когда нам говорят люди: я не люблю театр, но это же не театр. Да, это прям цитата. Мы собираем такие, это просто какие-то драгоценные камни для нас. У вас... Когда нет ощущения, что нет, это неправда, нет, это бутафория, нет, и нету. То есть просто проживается какая-то жизнь, в которой ты принимаешь участие. Да. Ты же понимаешь, ты ее присваиваешь. Во-первых, мы же материалом выбираем как бы вместе, да, мы берем эту пьесу, которая нас интересует. Сейчас вот мы. А кто у вас там заведующий литературной частью? Таня. Как обычно бывает всегда в театре. Таня. Да. Сдал меня.
Знаю, с удовольствием. В репертуаре такая несовершенная пьеса. Кто виноват, Таня? А у вас был и есть, я надеюсь, замечательный проект, когда вы занимались театральным, актерским мастерством с людьми с ограниченными возможностями. Вот что это за проект? Кто в нем участвует, куда потом вот этот ресурс идет. То есть, может быть, они ставят какие-то спектакли, может быть, на них можно попасть со стороны, или это закрытые, да, какие-то мероприятия. Очень такая вот сложная и больная для нас тема. Мы когда обращались к этому направлению инклюзивного театра, мы предполагали, что мы пойдем, будем двигаться вперед. Потому что мы ощутили внутри себя потребность с Андреем, потребность поделиться вот этим. Ну, действительно, ведь это колоссальная, колоссальная возможность для человека вскрыть все свои творческие способности, возможности. Мы предполагали, что мы, у нас будет получаться. Но мы искали помощи, я честно скажу, мы искали помощи, мы обращались в несколько фондов, нас, ну, на тот момент, сейчас просто перестали, мы не нашли поддержки, то есть мы это делали. То есть, я хочу сказать, чтобы было понятно, воли, мы продолжаем как... этим заниматься. Ну, просто... мы будем продолжать этим заниматься, сколько будет сил. Но это не за что. И да. Дело не в этом даже. Дело не в том, что за что или не за что. Мы получаем очень многое от этого процесса. Угу. И люди получают, которые к нам приходят. Но двигаться дальше, если речь идет про спектакль, да даже помещение, чтобы люди... Мы работаем с людьми на инвалидных колясках. С обществом Мотусвита, с Валерой Раковым, наверняка вы знаете. Да, конечно, его все. Да. Этим людям, чтобы им приехать на занятия, это тоже им нужно. Специальный транспорт, конечно. Специальное помещение. Да. То есть там есть масса нюансов, которые не так легко решить. Как сейчас происходит, если человеку нужен там транспорт? Ну, я думаю, что подключается Мотусвита, да, помогает. Да. Так, ну, Валера, они у них у самих уже там как бы свой транспорт у каждого. Ну, их, они сами иногда вот, за рулем. Вот сколько сейчас человек в этом, в этой студии? Сейчас каникулы, но тоже вот с сентября, наверное, будем с Валерой связываться. Мы работаем уже, на самом деле, третий год с ними. Третий год, да. Человек 20. Человек 20. Да. Человек 20. Что, вот, как вообще происходит? Ну, больше, меньше. Люди же все очень разные, да? Кто-то в инвалидном кресле, кто-то, кто-то, может быть, там с синдромом Дауна, наверное, у кого-то там. Ну, то есть у каждого свой диагноз, у каждого своя боль. Их надо как-то объединить, их надо с ними как-то договориться надо. Комплексы, опять же, да, мы тоже не можем сбрасывать это со счетов, потому что люди, им тяжеловато в нашем обществе как-то реализовать себя. Что, как вы работаете с ними, насколько удается, как часто вам приходится, может быть, немножко так мобилизовать их, так сказать, ну-ка, прекратите истерику, Жень, двигаемся дальше. Скорее приходится самим мобилизоваться и самим, самому себе удивляться. Ты ходишь с грустным лицом, спрашиваю я у себя, да? У тебя что-то случилось? Ты посмотри на этих людей. А у них глаза горят. Они приезжают. Они преодолевают все эти поребрики и прочие, да, не открывающиеся двери, ступеньки. Они занимаются и играют в эти ваши игры взрослые. В это ваше актерское мастерство. А ты сидишь и... Плохо у тебя что-то, это да. Это огромный ресурс на самом деле. У этих людей есть огромный ресурс, которым они готовы поделиться. Вот этого жизнелюбия, жизнеутверждения. Но для этого нужны определенные условия. Это я уже говорю про спектакль, например. Мы мечтаем об этом. Но пока это только мечты. Волшебная сила искусства получается. Да, а может быть сейчас радио кто-то послушает и появится спонсор. Вот будем надеяться, да. То есть, потому что для того, чтобы поставить спектакль, у вас ведь тоже есть частично есть декорации. Можно сделать спектакль, который вообще будет без декораций, чего сейчас только нет, да? Ну, мы так и делаем. В чем тогда сейчас сложность? В чем главная загвоздка, чтобы, например, с именно этими людьми сделать вот именно такой спектакль? Обеспечение более регулярного какого-то занятия, более частого. Потому что сейчас мы занимаемся раз в месяц, два раза в месяц. Надо хотя бы раз, два ну, раза в неделю. Да. Ну, да, то, что мы могли с ними регулярно заниматься. Потом возможность какого-то слияния разных групп. Ну, вот этой группы и тех групп, которые у нас уже есть.
Инклюзия, она предполагает именно объединение людей, соединение. То есть было бы неправильно, мне кажется, ну, делать выпускать спектакль только в рамках вот этой группы. Было бы замечательно, здорово было бы соединить людей. И, кстати, вот буквально, по-моему, вчера была у нас Евгения Шерменева, у нее в программе, посвященной театру «Без антракта», была тема очень удивительная — «Театр в тюрьме». И там как раз рассказывали о том, что заключенные просто по их реальным историям был создан спектакль, и это считалось частью реабилитации. Потому что человек, человек, переживая, рассказывая свою трагедию, он, в принципе, ну, для него это был мотив, ну, для того, чтобы уйти от этой жизни. Да, наверное, большинство актеров, ну, может быть, я неправильно не считаю, вижу, но этим и занимаюсь. Это реабилитация. Я же проживаю эти жизни, я их разбираю, я их хотя бы проговариваю, я эти ситуации надеваю на себя, понимаете? Мне кажется, что театр все-таки начинается там, где есть запрос к опыту. К опыту. Ну, это так, может быть, сегодня очень звучит не актуально, потому что мы же, понятно, что мы живем там в эпоху тотального нигилизма, и уже развенчано все, что может быть развенчано, но тем не менее театр обращается к человеческому опыту, к опыту поколения и к опыту одного конкретного индивидуума, и как бы мы ни прятали это глубоко в себя, но этот запрос всегда есть. Ты можешь, ты можешь, глядя на сцену, ты можешь понять: я же это чувствовала, и у меня так было. Вот это самое главное, и у меня так было. И вот это какое-то, может быть, найденное слово, найденный момент. Это все помогает человеку жить. Ну, мне так кажется. Вот, кстати, по поводу найденного слова и найденного момента. 2 дня назад отмечали 90-летие Ви Артмане. И, ну, пожалуй, наверное, одна из самых ярких сцен фильма «Театр», когда она крадет роль в спектакле. Вот насколько актер вот может, благодаря вот, даже получив маленькую роль, украсть вот весь фильм, весь спектакль. То есть вот, ну, известно, что великие актеры, они часто выходили даже в пожилом возрасте, там, ну, вот, буквально там у Раневской могли быть маленькие роли, но это всегда была овация, это всегда был какой-то вот... Она выходила, она показывала, кто есть кто сразу. Наверное, я не знаю, все мы разные. Ну, наверное. Ну, наверное, пока это не про нас, не про наше образование, да, стадия, потому что пока мы как раз вопреки тому, что делала уважаемая Вия Артман. Но ее героиня. Да, ну и в жизни актеры тоже, наверное, что такое делают. Мы вопреки этому, конечно же, ну, вот работаем над тем, чтобы собраться несколько человек, сколько-то человек, и попытаться не поубивать друг друга. Понимаете? Хорошая цель. Ну, правда. Ну, потому что в жизни как бы все больше и больше локтями как бы работаем. Да? Надо вовремя ногу поставить, локоточек выставить. Я грубо, может быть, но люди больше... Знаете, вот одна из наших курсанток, я бы так... Она сказала: как хорошо. Здесь можно отбросить все... свой статус, кем ты являешься, как тебе себя, и стать просто там Таней, или там Таня у нас есть, да, там Наташей, да. Вот я просто Наташа. А еще один человек, близкий наш товарищ по проекту, говорит: слушайте, я, говорит, к вам 2 раза не приду, я начинаю на людей бросаться. Ну, что-то вот... У каждого свое. Но там свой мир какой-то образуется, в котором можно что-то такое, чего нельзя в том большом мире. Вы выносите что-то от своих студентов? Вот пришли ребята, как-то учатся, вот что-то делают. Вы смотрите на них, думаете: Конечно, конечно. Мы же... Главное, вы говорите, конечно. Мы бескорыстные, да нет. Хватаем, прям воруем, питаемся. Ну, они наши учителя по самому большому счету. Вот прям я вообще не была бы ни на йоту тем, кем я сейчас, не прошла бы вот эти уроки, если бы, я говорю, жизнь не выпихнула. Потому что я такой, ну, в принципе,
человек, ну, интровертного типа, мне как-то хорошо одной в своем домике, ну, и вот на сцену выходить, потому что там как бы есть четвертая стена, меня никто не трогает, и я могу там быть собой. А вот так вот, ну, постоянно находиться внутри и среди людей, и как-то еще пытаться куда-то их за собой вести, ну, для меня это прям такие вызовы. Ну, так сложилось. Мы говорили за вот эфиром, когда был перерыв на новости, о том, что вы трудоголики, у вас 24/7, то есть работа идет домой, из дома она идет опять на работу. А как это переключиться, как отдыхать? То есть не, ну, человек не может 24 часа в сутки думать о работе, потому что в конце концов он все-таки перегорает. Ну и мысли уже, яркие идеи тоже, они приходят тогда, когда мозг немножко отключается. Что вы делаете? Что у нас есть внук. У нас есть волшебная таблетка. У нас есть внук. Иногда он посещает. К сожалению, да, он живет далеко от нас, но когда он приезжает, и когда мы с ним общаемся, когда мы думаем о нем, мечтаем, планируем наши какие-то общие дела, и когда этими делами занимаемся, мы понимаем, что мы попадаем совершенно в другой мир. В счастливый в такой, ну вот. То есть приезжает внук, тогда вы отдыхаете, переключаетесь. Ну, на самом деле, просто это дело-то такое, которое нам, ну, мы любим, что ли, мы этим давно уже занимаемся, мы к этому привыкли, нам это нравится, и она, в общем, не такая страшная работа, она просто происходит постоянно, да. А спросите любого актера, когда он получает роль там, в спектакле, хорошую, большую роль, спросите, когда он о ней не думает. Ну, наверное, только тогда, когда там отыграл. Спит. Отыграл, может не думать. Нет, готовится, ну, к когда выпуску, готовится. Да, когда идут репетиции. Все 24 часа у тебя что-то крутится, все равно вокруг этого. Ну да, ну, это не требует там какого-то особого усиленного внимания. Конечно, когда он переходит через дорогу, он следит за машинами, да, угу. Да, да. Но перейдя, он там возвращается к своей работе, и вот так работает. Мыслит то, о чем режиссер говорил, то, о чем получилось на репетиции, что надо, вот это нравится, не нравится. Это постоянный процесс такой, так же и у нас. А вчера мы ездили за грибами. Вот. А, тоже отдых. Набрали? Да. Слушайте, ну, по-моему, немножко. Да, про грибы, это очень интересно. Да. А чем читка отличается от спектакля? Потому что я знаю, что у вас именно в театре очень модный сейчас жанр. Мы очень любим этот формат и будем его продолжать обязательно. Да. Последующий, вот прямо уже хочу там пьесы 3 уже точно прочитать. Ну, читка – это формат, предполагающий отсутствие каких бы то ни было трактовок, скажем так, режиссерских и актерских. Ну, уже чем он и хорош? Угу. Чем он и хорош? То есть материал в чистом виде, ну, как вот без... безусловностей. Ну, так не всегда получается. Мы, конечно, к этому стремимся, но все равно ты пропускаешь это через себя, все равно это твое авторское видение. Все равно мы разбираем материал, это не просто пришли и почитали. Да. Сейчас театр «Стадия», он... простите за тавтологию, сейчас театр стадия, в той стадии, которая вам нравится, или чего-то не хватает? Вы хотите больше, круче? Может быть, вполне достаточно. У каждого свои цели, свои амбиции. Нам не хватает... Нет, ума не могу сказать, что не хватает. Нам не хватает денег, нам не хватает там, скажем, профессионального света, времени, а то пока все время в стадии развития. Мы на самом деле разные, потому что как бы вот я кондиционер у меня в голове работает 24 часа, мне все время хочется больше. Вот Андрей, слава богу, что рядом есть такой человек, как Андрей, он говорит, остановись. Все идет по плану. Нас но есть. Я хочу больше, быстрее, больше успеть, больше сделать. У нас звонок да, есть. Да, доброе утро. Здравствуйте. Алло. Ой, подождите. Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, такой вопрос. Очевидно, вы слушаете, может, не любите, но слушаете джаз. Джазовые композиции всегда есть тема, которая задается композиторам. И есть определенные моменты, когда исполнитель импровизирует. Ну, к примеру, вот заставка данной передачи. Кто ходит в гости по утрам, тут тот поступает мудро. Я импровизирую. Там 100 грамм, и тут 100 грамм на то, но и утро. Извините за каламбур. Вот, значит...
В вашей пьесе даю тему, когда вы работаете с людьми, вы допускаете импровизацию уже написанного сценария? Или вы идете строго по сценарию? Или, может, это тема завтрашнего дня, когда вы можете импровизировать, то есть работать с зрителями процентов на 10, потом 20, 30, по сценарию, которую пишет уже слушатель, зритель ваш. Вот такой, как ваше мнение? Спасибо. Да, спасибо вам большое за вопрос. На самом деле, очень интересная тема, она тоже относится к вот к этому постдраматургическому театру, когда возникают новые формы, новые жанры, театральные направления. Это было бы очень интересно. Это, кстати, сын нам наш все время сподвигает на это. Сделать какой-то спектакль, в котором, ну, мы не знаем, как повернется действие. Мы не знаем. Сегодня так, завтра так. Но это вообще очень интересно. Это целая такая грань театра. И можно пробовать. Хотя на самом деле в хорошем, качественном спектакле всегда есть уже даже классического направления, всегда есть место для импровизации. Ну, талантливый, конечно. Талантливый. А место для импровизации всегда есть. Кстати, вот времени очень мало, а я еще хотел спросить про фильм «Юморист», потому что вот Татьяна снималась в небольшой, правда, роли, но фильм ведь прогремел, он достаточно был на большом количестве фестивалей, получил много отзывов. Вот как происходит? То есть очень приятно ведь, что снимают, во-первых, приезжают и снимают кино у нас в Латвии, это совместно была продукция. Вот как это все происходило, как удалось выйти на... Ну, проходили съемки, все это. Ну, позвонили, пригласили на... Как это? Кастинг сейчас называется, да? Ну, раньше так... Пробы, кастинг. Да, кастинг. Предложили эпизод, и я с удовольствием приняла это предложение. Один, по-моему, или два съемочных дня. Все достаточно быстро. Но кино – это волшебный мир. Волшебный, увлекательный. Но те, кто, например, играют, именно являются профессиональными театральными актерами, они, как правило, все-таки предпочитают именно театр. Для них кино – это такое, ну, немножко баловство, наверное, именно потому что в театре ты проживаешь это каждый раз, и это работает, именно поэтому они служат в театре. А кино – это ты сыграл, не получилось, давай еще один дубль, на сцене у тебя нет дубля, у тебя есть там один шанс. Вот, скажем, с вашей точки зрения, кино и театр, насколько они действительно именно по такому принципу работают? Или, может быть, сейчас что-то поменялось уже, да, и тот же кино требует еще такой же отдачи? Ну, нет дубля, дорого второй дубль делать. Ну, на самом деле есть такой момент, да. Я помню, когда я начинала, это было очень давно, я была очень молодой актрисой, существовала Рижская киностудия, у меня были большие роли в кино на этой киностудии, ну, снимали по три дубля, смело, совершенно, никто никуда не торопился, уже потом. Потом лет через 5, там через 7 в следующих картинах был один дубль. Это была американская картина. Я снималась, был один дубль. И меня это очень удивляло. Больше такой возможности не было там что-то исправить. То есть вот как сыграл, так сыграл? Ну, это уже вот, да, но это уже сложность для режиссера возникает дополнительная. То есть ему нужно объяснить актеру или актрисе все так, и все выставить, и с точки зрения технической, и художественной, и смысловой, все выстроить так, чтобы этот дубль был стопроцентным. Комфортнее вам чувствовать себя на съемочной площадке? Комфортно было или все-таки в театре приятнее? Я говорю, у меня была первая или вторая, не помню, картина, это было очень давно. И тогда очень плотно работала в театре, в молодежном еще. Тогда еще работала Рижская киностудия. Да, я приходила, я помню, большой съемочный день, я приходила вечером играть спектакль. В Рэгдолле тогда был, я ложилась там, я лежала в кровати большой, я ложилась по мизансцене в кровати, я так немножко могла отдохнуть, там 5 минут до начала спектакля. Я говорила, я хочу обратно в кино. У меня прям такое было какое-то вот прям невероятная какая-то влюбленность. Но со временем, да, я понимаю, что, Жень, вы правильно сказали, но кино это так, это удовольствие, это возможность там что-то новое, да, попробовать, а театр это профессия. Без которой, к слову говоря, в кино очень сложно.
У нас очень мало времени. Вот для тех, кто хочет к вам прийти позаниматься, куда обращаться, как искать, там стадия просто. Ой, дорогие люди, да, ну у нас все в таком живом процессе. Я не знаю, будет ли у нас новый набор в этом году, и как бы, поскольку мы так мы наполнены, у нас сейчас очень большой... Сейчас позвонит 250 да. человек, вам придется? Приходите, приходите, и на спектакли приходите. У нас будет еще одна премьера осенью, еще второго. Мы надеемся выпустить еще один спектакль. Куда приходить? Надо смотреть страничку стадия в Фейсбуке. Стадия Фейсбуком, да, вот это самый такой... Гертруда сколько? 24. Но лучше по контактному телефону или через Facebook. Facebook, или да. через почту. На Фейсбуке есть все контакты. Телефоны, адрес электронной почты, все. Хорошо, спасибо вам большое. У нас сегодня были замечательные, Андрей Гаркави, Татьяна Черковская. Мы говорим вам спасибо. И приходите все на спектакли «Стадия». Мы с Олегом прощаемся, но эфир, конечно, не заканчивается. Утро на Болткоме.